И вот если вы готовы изучать, если вы готовы посвятить себя этому, то я вас приглашаю на курс рунической магии. На курс я беру не всех. После собеседования я смотрю на человека, насколько он готов, насколько у него действительно есть. Я вам скажу больше, даже после собеседования я беру, беря не всех, не все его заканчивают, потому что это очень тяжелый труд над самим собой. Здесь нужно будет учиться. На моем курсе надо будет учиться. Срок первого курса обучения 8 месяцев. Не 3 месяца, не 3 дня, а 8 месяцев. Раз в неделю одна руна. Даю домашние задания, проверяю эти домашние задания. Это труд. Это нужно делать. Это вам не институт. Я уже молчу про все остальное. Эти моменты, кто решится, я расскажу на собеседовании. На собеседовании я обычно запугиваю. Я обычно отговариваю идти. Поэтому я приглашаю в первую очередь тех людей, которые отдают отчет тому, что они готовы постигать и изучать себя. Я не учу на курсе. На курсе я помогаю вам вспомнить себя, помогаю вам изучить себя. Вот в чем моя помощь. И у меня есть своя методика. Есть выпускники, которые уже прошли, есть те, которые не прошли. Я никого не обвиняю, что там недостойные не прошли. Но не прошли. Ну, так получилось. Ну, вот не смогли, не выдержали. Кому-то не нравятся мои методы, кому-то не нравится мой курс. Есть другие. Я не претендую, что у меня там супер-пупер. Но, во всяком случае, мой курс приводит человека в магию. И того человека, который реально готов меняться. Да пребудут с вами ваши боги. Да пребудет со мной мой Бог Один. Всего вам доброго. Всех благ. Жду тех, кто решил, у себя на курсе.